Ну что, всех приветствую на канале. Смотрите, воскресная война. В принципе, прямой эфир. Мы победили. Далее, вот такую вот шайбу. Теперь их две. Эфир льда. Он, естественно, понадобится для разлимичивания одной из пятерок синих. У меня их хватает. Кого? Ну, может, собаку. Может... ну, Расула тоже возможно. Ну, не суть. Сегодня у нас речь пойдет не об этом. Речь сегодня пойдет о турнире. О, такой вот костюмчик. Ну, Посейдона, если словить, так вообще шикарно будет. Заходим. Собственно, турнир начался 4 минуты назад. Какой эксклюзив. Такого вы, наверное, еще не видели. Еще даже в рейтингах здесь, ну, не все отвоевали, даже физически. Ну, я никогда так рано не заходил. В плане, ну, обычно часа 2-3 проходит. А тут прям минута. И давайте смотреть, кто здесь есть у нас в турнире. Напомню, что усиление без зеленых. Ну, возьмем, я думаю, что здесь желтых и фиолетовых. Причем расставимся вот таким вот образом. Фиолы. Или взять... желтых больше. Там владычица недокачана. Чао есть. Слабоват чао. Поэтому давайте так. 3 плюс 2 попробуем сейчас за идти. Смотреть вообще, что происходит. Так, ну здесь пробиваем, заряжаем, что, мартышку, что ли, ничего себе. Как они дают усиление, 2000-3000 урон. Ладно, давайте тогда сейчас поднимаем здоровье. Кидаем, наверное, сюда Гулина Бурсти. Ну и контратаку тоже активируем. Но у него, видите, чисто все на усиление стоят, пассивная максимальная команда. То есть совершенно, ну, как бы сказать, нету вариантов. Как нужно. Вот, поэтому сейчас фиолетовыми мы добиваем обезьяну. Остается здесь один Борил в углу из таких неприятных. Который, если подрубит, то подрубит контратаку. Ну, может, мимо сейчас? Нет, ну тут, наверное, промахов-то не бывает. Так, ну что, я тоже ему накину сейчас. По первое число. И мне прям срочняк. Нужны желтые. Ну, иначе он сейчас опять уйдет в помане. Не, не успел. Я думал, опять сейчас будет отхил бешеный просто. Топ-1, смотрите. Топ-1. Так, синие. Давайте здесь синих возьмем. Преимущественно. Так, кто здесь? Зелень красные. Вот этот вот, конечно, опасный стоит. Силен, да, силен тип. Можно, конечно, взять фиолов опять, чтобы бортину там пробить. Можно взять 3 синих смирив, но она слабая. Она как бы совершенно не вкачанная. То есть, ну, такой себе.
Можно взять Соню, кстати. Соня будет снимать все усиления вот этих ребят. С другой стороны, Тибутус, если режет, Протей как блокиратор выступает. Наверное, Соню возьмем. Поехали. Так, смотрим. Ну, допустим, скинем здесь синие. По фиолетовым сразу понятно, нету ничего. Ой, давайте здесь, в надежде, что сейчас Поляна подвезет. Да, она подвозит на самом деле. Ух ты, неплохо подвезла. Даже, наверное, вот так сделаем. Раз. Ай, блин, он воскрешается, зараза. Ну давай, размен. Минус 2. Да, клыка. Ну здесь победа. Топ-1 мы сохраняем. Эпичность ролика зашкаливает. Сколько здесь? Мы в рейтинге. Ну-ка, рейтинге. 264 место. Прикиньте. Вот это да. Так, здесь мартышка красная. Здесь надо максимально брать, которые будут блокировать. Может, тоже Протея взять? Вместо Тибуртуса. Взять Протея, он хоть будет блочить. Тибуртус хоть броню снимает, но мне такое чувство, что не. Здесь Тибуртус пока что не прокатит. Быстренько давайте заряжайтесь. Эх, синих, 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 синих. Где взять синих? Во, отлично, вижу синих. Борел не успеет зарядиться. Усиливаемся. Ну, Соня, покажи, сколько бьешь. 400, 3. Отлично, 3 хп. Вроде снимаем его. Да. Давай вот так, раз. Пробили. И сейчас нужно Протея пробить. Фух, так, ну сколько там, Протей нам, наверное, накинет сейчас, да? Кого будет бить? Ага, сюда. Ну и бог с ним. А мне Протей не может заблочить. У него стоит... Так, 383 Соня и этот... Ну нормально, кстати, по 5 хат. Неплохо. Ну, сейчас под конец какая-нибудь какашка будет. Не верю я, что дадут нам победить. Ну, сейчас от соперников, на самом деле, все зависит. Вот, здесь надо брать желтых. Желтых вместо фиолетовых. Точно вам говорю, иначе Протей здесь будет серьезненько так давать. Возьмем двух желтых, может, трех желтых взять. Чао. Соня. Давайте так, чтобы на верность уж. Так, по камням. Сейчас внимательно. Так, сдвигаем. Во, пятерка, смотрите. Вижу. Заряжаю. Пробили, есть. Сейчас аккуратно надо. Давай вот эту даму, наверное, заберем. Попробуем ее. 800. Так, 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 так. Ну, сейчас здесь в надежде, что подъедет желтый. Подъехал, кстати. 2700. Сейчас, если мы под усилением бомбанем. Капец, тут на самом деле усиливается.
Ну давай сюда. Прокинули. А, не хватило. Не хватило. Не хватило, не хватило. Ну да бог с ним. Чао добьет. Есть. Кого-нибудь здесь пожирнее. Жду, пока спадет у них контратака. То есть нужны, в принципе, синие. Синие, желтые, зеленые. Так, все-таки положил он, зараза. Но насколько же они все-таки мощные, эти ребята. Так, раз. Ну, кабан их оприходовал. До сих пор топ один. Так, ну в среднем где-то 600. Получается очков. 300. Угу. Ну, в принципе, можно здесь как бы раскидать. Вот так вот, допустим, зайти. Ну, давайте фиолетовую мону. Вот так, если зайду. Затяну. Хотя и две вот этих стоит. В принципе, если попробовать... тесака взять. Не думаю, что это хороший вариант, так что вариант вот такой. Эмблемированные они все. Но будет сложно. Сразу вам говорю. Будут определенные сложности. Вот. Ну, в принципе, здесь почти добили. Ну, тут опять же, смотрите, то есть получается, что, ну, если смотреть по центральным, то они немного всаживают. Всаживают все-таки персонажи. Так, ну разбивается, но она, видите, разбивается и режет нам ману. Довольно-таки неплохо. Ну, давай сейчас вторую попробуем разбить. Она разбивается. Нет, правильно, что взяли контратаку на самом деле, потому что, ну видите, да, на ней практически вылезаем всю дорогу. Ну-ка, одного камня ему не хватит, конечно же. Заряжается. Не, ну тут, конечно, все-то не сгорят. По-любому. Кто-то достанется. Но вот вдвойне это, конечно, опасно. Это опасно, то есть здесь надо уже подзарядить кого-нибудь хотя бы. Ну, такого самого простенького, допустим, вот этого взять. Все. Победили. Ну что ж, топ-1 место у нас 368. Вы такое когда-нибудь видели? На этом все. Бай.